Пляжи на северо-западном побережье Коста-Рики покрыты мертвой рыбой. По одной из версий, причиной их гибели могли стать токсичные отходы в океане, вызвавшие красный прилив. Мы не знаем, что могло стать причиной этих событий. Может быть, это красный прилив или что-то токсичное в море. Красный прилив – это опасное явление, вызванное большим скоплением микроскопических водорослей у поверхности воды. Океанограф Гуиермо Кирос говорит, что высокий уровень заражения в этом регионе можно увидеть даже на снимках со спутника. Отсутствие кислорода вызвано органической материей, скажем прямо, отходами, которые поступают в океан и поглощают кислород. Это становится причиной распространения ядовитых морских водорослей, которые известны под названием «красный прилив». После химических анализов воды и рыбы Министерство здравоохранения посоветовало не есть морепродукты. По мнению ученых, единственным способом остановить красный прилив могут стать мангровые заросли и болота вдоль побережья, которые перерабатывают токсичные вещества.